Регулярно в конце сентября в Саянском химико-технологическом техникуме проводят Дни открытых дверей в рамках проекта «Безграничные возможности». Принять участие в мероприятии приглашают учащихся школ. Педагоги и студенты подготовили для будущих студентов интересную программу, чтобы заинтересовать подростков и вдохновить их на обучение. В химико-технологическом техникуме проходит день открытых дверей. На это мероприятие приглашаются школьники города Саянска с целью познакомить их с профессиями и специальностями, которым обучают в нашем техникуме, показать базу, на которых реализуются образовательные программы. В этом году данное мероприятие проводится в рамках празднования Дня среднего профессионального образования, которое указом президента в 22 года этот праздник стал официальным. Школьников познакомили с востребованными профессиями и специальностями на рынке труда, по которым ведется подготовка в профессиональном учебном заведении. Рассказали о перспективах трудоустройства в Саянске и регионе. На мероприятии «День открытых дверей» у школьников есть хорошая возможность не только познакомиться с базой техникума, но и задать вопросы студентам, нравится им, не нравится здесь обучаться, поговорить с преподавателями, посмотреть мастер-классы и познакомиться с многими проектами, которые реализуются в нашем техникуме. Будущие абитуриенты имели возможность не только окунуться в атмосферу учебного заведения, но и задать интересующие их вопросы об образовательных программах, условиях приема и обучения. Всем желающим были предложены буклеты с полезной информацией. Программа мероприятия на сегодняшний день насыщенная. Студенты познакомятся, кратко расскажут о профессиях и специальностях, которые будут реализовываться в следующем году. Также расскажет историю успеха представители ООО «Саянск Химпласт», которые когда-то обучались в нашем техникуме, а теперь являются начальниками на различных производствах. Также мы расскажем о проектах профессиональной ориентации и расскажем, на какие проекты школьники могут прийти и обучиться у нас профессии и специальности, еще обучаясь в школе. Также пройдут экскурсии по техникуму. Здесь ученики могут сами поучаствовать в различных мастер-классах, ну и поговорить с нашими преподавателями. В техникуме уверены, что подготовка школьников к осознанному профессиональному выбору становится жизненно необходимой, чтобы подростки имели четкое представление о той профессии, в которую они в будущем будут включены. И поэтому здесь постоянно проводят профориентационные мероприятия. Данное профориентационное мероприятие, оно не единичное в нашем техникуме. Мы на протяжении всего учебного года проводим очень много профориентационных мероприятий. Одних из таких из более глобальных, таких серьезных профориентационных мероприятий – это проект «Осознанное решение» и «Профессиональные пробы». Проект «Осознанное решение» у нас реализуется в течение всего учебного года. Мы сотрудничаем со школами города и приглашаем учеников школ на освоение программ «Электромонтер», «Повар» и «Лаборант химического анализа». По завершении обучения, там разное количество часов по каждой программе, ученики получают либо свидетельство о профессии повара, а по двум другим программам сертификат о прохождении программы. Это дает им возможность, когда они к нам идут поступать после 9 класса, пройти вне конкурса. Профориентация – это система подготовки молодежи к осознанному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности, а также склонности, интересы и способности. Я ученица 9 класса 6 школы. Я очень рада, что в нашем городе есть такая возможность узнать больше о каких-то профессиях в нашем химико-технологическом техникуме. И у каждого школьника нашего города есть огромный выбор в профессиях. Помимо этого, регулярно в Саянском химико-технологическом техникуме для школьников проводят профессиональные пробы, где ребята не только получают информацию о востребованности на рынке труда специалистов данного профиля, выполняемых ими функциях, условиях труда и возможностях карьерного роста, но и могут самостоятельно попробовать выполнить профессиональное задание под руководством наставника. У нас проходит ежегодно профессиональные пробы примерно с 15 октября по 15 ноября. Очень большое масштабное областное мероприятие, где студенты также могут прийти на профессиональные пробы, ознакомительные 40,
45 минут и более углубленный на 90 минут, и познакомиться уже с профессиями, все что-то поделать своими руками и понять, подходит им эта профессия или не подходит. В техникуме уверены, что система профобразования должна давать не только определенную квалификацию, но и учить их адаптироваться к изменяющимся условиям, быть мобильными, готовыми к постоянному саморазвитию. Только тогда ребята смогут быть успешными не только в учебе, но и в жизни. Я Тишкин Юрий, ученик 9 класса школы номер 5. И я очень рад, что в нашем городе есть такое учебное заведение, как химико-технологический техникум. Потому что на базе данного учреждения проводится очень много мероприятий профориентационного направления. И кто знает, возможно, даже я приду сюда учиться. Подобные мероприятия проводятся под руководством опытных наставников, преподавателей техникума и мастеров производственного обучения, готовых передать школьникам эстафету овладения выбранной профессией. После прохождения профессиональной пробы каждый участник в торжественной обстановке получает сертификат о прохождении конкретной профпробы. Практика проведения профориентационных мероприятий показывает о том, что, конечно, не все выпускники школ поступают в химико-технологический техникум, но с каждым годом их все больше и больше. И те, кто к нам поступает, обучаются положенный срок свой обучения, они идут, как правило, либо на O-Science Химпласт работают, либо идут получать высшее образование. Хотя могут и совмещать работать и получать высшее образование. Достойно работают и приносят пользу стране и городу. День открытых дверей прошел в атмосфере праздника и оставил доброе и хорошее впечатление у организаторов и гостей мероприятия. Как отметили педагоги химико-технологического техникума, учащиеся образовательных учреждений сумеют сделать для себя правильный профессиональный выбор и обязательно пополнят дружную студенческую семью.